В первую очередь, это, конечно же, те, кто обладает определенными знаниями законодательства, те, кто может обеспечить качественное наблюдение за ходом этой электоральной кампании на конкретном участке или в конкретной комиссии. И на сегодняшний момент вот, можем, допустим, сказать, что такой большой пласт избирательных участков будет организован на базе учреждений образования. Соответственно, в качестве наблюдателей профсоюзные активисты – это председатели первичных профсоюзных организаций, члены профсоюзных комитетов, люди, которые ведут за собой свои коллективы. И то же самое будет и на промышленных предприятиях, и в любой организации.